Всем привет, ребятки! У нас погода все такая же, дождей, как обещалось, нету, но все равно пасмурно и такое может моросить. Вика делает завтрак, супер-пупер красивенький такой омлетик у нас сегодня на завтрак вкусненький. Назару, правда, отдельно, потому что мы едим с овощами, а он не ест. Ему надо просто с колбаской. Лучик, привет, мой хороший. Назар у тебя убрался, смотрю, вчера, да? Но ты уже, конечно, свин, Лучик. Свинтушка ты, да. Не летал ты вчера у нас никак, что там мы тебя не... Не летал уже вчера, да? То есть ты не пускал? Ну да, и мы не выпускали, бы вечером уехали. И в гостях у нас был кот. Да, Лучик. Ты мой холёсий, сегодня будешь летать, да, мой сладкий. Да, поклюешь нас, поцелуемся чуть-чуть, да? Да, мой сладенький. Вот такой у нас завтрак шикарный. Назар, как всегда, не дождешься. У нас уже вечер, уже папка дома, Вика гулять чухнула. Я стирку делала сегодня. Надо сейчас повесить. С одноклассником. Так, и... Я сегодня зависла на этом сериале долбанном. Хатуна с Мишей, сыном, посоветовали сериал «За час до рассвета», да, по-моему? Да, «За час до рассвета». Я уже несколько дней его смотрю, сегодня я уже досмотрела. Ну, еще не все серии просто вышли, а те, что вышли, 12 серий, я уже посмотрела. Очень рекомендую, очень классный фильм. Вообще, мне понравился. Прям зашел, и я ним как больная ходила там, да, смотрела каждую серию, не могла оторваться. Вот, так что вот так вот у меня день сегодня прошел на фильме, стирки и, ну, чуть-чуть уборки. Кушать опять особо ничего, ну, не приготовила, но у нас есть еще сосиски. Как обычно, ничего нету. Не ври. Сосиски есть еще и картошка. И друзья с рыбой. Да. Я хочу ужасно путасу. Еще у нас сегодня была эта воспитательная программа с Назаром чуть-чуть. Да. За учебу эти школьные моменты все. Дистанционка очень расслабляет. И... Ой, просто нет сил уже. Честное слово. Я, конечно же, этого всего не снимала, потому что есть какие-то личные вещи. Не хочется, чтобы Назар обижался. Вот такие дела. На вечер планов никаких. Сидим с Сережкой в интернете. Да, бабка? Да, делаем планы на выходные по поводу дачи. Ой, да, мы уже хотим ударно съездить. Непросто. Да? Угу. Вот так вот. День скучный. Сережа сегодня приехал поздненько, уставший. Да, у меня там уже началась последняя фаза последних периодов. Слава Богу. Заканчиваешь с этой шабашкой и ну их в баню. Да, папа? Перила точно не хочу больше делать. Да. Это ужас. Согласна. Вот так вот, ладно, еще не прощаюсь, к вам еще вернусь. Сейчас, может быть, уговорю Сережку, чтобы он потасу купил. Так хочется. Я вчера не наелась. Я очень люблю смотреть кино какое-нибудь и кушать рыбку. Обожню. Привет, ребята, у нас новый день. Вчера я очень мало снимала, потому что вчера позвонила с учительницей, созвонилась, взяла Назара оценки из журнала и расстроилась ужасно. И в общем, у нас вчера был вечер разговоров с Назаром. Что я вам скажу, дистанционка, конечно, расслабляет детей очень. Очень я прям недовольна. Так попортить оценки себе просто капец в журнале. Это, в общем, не хотелось мне ничего вчера не снимать. Особо чуть-чуть поснимала, но вы видели, и все. И у меня не было ни настроения, ни духу. Нам надо было
правда, немножко с Назаром поговорить по этому поводу, объяснить ему. А сегодня я хочу показать, у меня брови становятся вот как раз тот этап, когда страшное, когда они уже клоптями, корочка отваливается, и получается как будто затемненные участки, где отвалилось светлее, где не отвалилось затемненное. Конечно, картина не очень красивая, но это нужно пережить, ничего. И получается, они, конечно, там, где светлее, то есть это они все такие будут гораздо, ну, светлее, правда, минус 40% цвета получается. Вот такое вот, так помыла голову, сейчас пойду в магазинчик, сегодня буду готовить с вами, хочу шубу сделать, что-то так захотелось прямо шубу, если честно, и, наверное, жаркое сегодня приготовлю прям в духовке. Ну, вообще, сейчас еще детей спрошу, у них занятия, чего кто хотит, бежает. Вика, я знаю, сырники просила, может, даже сырники сегодня сделаю. Сделала пробор себе вот такой вот пополам, не так, как обычно, я на одну сторону. Вроде так не так мешает, лезет глаза, а не более по бокам. И вроде бы еще ничего, да, наверное, пока буду так делать проборчик. Собираюсь уже потихонечку, сейчас Вика, у нее пора заканчиваться, идем в магазин с ней. Иду с Викой, потому что вон 3 бутылки воды нужно набрать, купить. И пакет с продуктами. Я сама просто не дотащу. Девчули, готовы? Так, камеру я оставляю, бо у нас руки будут заняты все равно. Ничего не сниму. Так что приду с магазина и посмотрим, что мы там купим. Ох, притащили с Викой. 2 бутылки только взяли, вот такой пакет. Одну оставили дома, потому что оказалось, налички нету мелких. Чтобы в автомат пихать. У Назара позащили, он у нас... Буратинка. Фух, сейчас стану. Вика уходит, поэтому помощница сегодня мне будет Назарка. Так, что мы тут? Хлебушек. Сыночек, да. Я купила конфетки. А ты мне поможешь, зай? Чем? Картошечку, например, почистить. Угу. Да? Спасибо. Пройдем. Вот таких и таких взяла. А моих пломбирчиков, что я хотела, нет. Так, паста томатная, морковка, свеколка. Ой, сейчас яблочки упадут. Яблоки взяли. А, на супчик курочку. Слушай, мама, может, мне сегодня в Киеве сходить, Диме день рождения отпраздновать? Сходи, а что там, Дима? Это на суп. Сырок взяли. Молоко, майонез, нашу. Только ж мне помоги сначала. Молоко селедка. Не, не, молоко не, я за майонез говорю. Я молоко, майонез на шубу. Молоко, майонез на шубу. Я сказала, что интересно. Ну, значит, да, готово. Все, приступаю к готовке. Вот это у меня движение на кухне. Картошка на суп, на жаркое. Еще сейчас надо дочищать, маловато. А, здесь картошечка на шубу варится. Здесь бульончик на супчик. А здесь морковка, свекла. И компот еще поставила. И селедку уже почистила. Лучком притрусила. И уксусом припорошила. Все, шуба готова. Еще овощи остались. Я думаю, поставлю их в холодильник и завтра еще приготовлю винегрет немножко. И все. Сережка уже дома. Теперь. Да. У меня тут суп белый уже почти готов. А Сережка пельмени захотел. Варит пельмени. Суп уже, кстати, готов, Катя. Чуть-чуть ты не захотел подождать. Жаркое тоже в духовочке. Сейчас покипит 3 минутки и выключаю. Сейчас закипит. Белый с сырочком. Весь сырок высыпала я. Вот такой янтарный. И будет вкусно. Шуба настаивается. Вроде наготовила. Хотела еще сырники сегодня приготовить. Но уже сейчас бы уже не хотелось бы мне уже с сырниками возиться. Поэтому, думаю, хватит пока до завтра. Завтра что-нибудь
сладенькое придумаю. Да? Белый-белый суп у меня. Мальчишки решили пельмени, а я супчик. А я еще сегодня конфеты купила, Сереж. Так что хочешь чайник ставь? Ромашку купила. По Назара заказываю. И вот эти типа Рафаэлки, как они называются. Франческо. Вкусная. Ну, я просто предложу. Ну да, похоже на Рафаэлки, правда? Да. Так, вытащила картошку уже. Сейчас посмотрим. Думаю, готова. Да, готова уже. Угу. Мягенькая прелесть. Еще чуть-чуть юшечка есть. Я, конечно, обычно по суше ее готовлю. Ну, ничего. Класс. А мы сейчас с Назаром будем делать урок на украинскую мову или литературу. В общем, семейное дерево. Надо сделать. Я помню, Вика делала тоже. Но Вика прям круто с фотографиями. Назар попроще сказал, сделает. Все, у меня уже все готово с еды. Супер. Не, не я. Я. Ну. Обычно... Цуканов, Назарий. Нет, так и начинается. Я. Да? Потом мама, папа. Ну, пиши. А мама, папа одну фамилию или мою девичью надо, а папину? Ну, папину. Здесь всех Цукановых подпишем, остальные... Ну, как это? Мой род идет там, вот, куда мой род. Сюда пойдет мой род. Не Цукановы. Ну, хорошо, давай тогда твою настоящую фамилию. Кто у нас слева, кто справа? Я считаю, что право это какая-то мужская сторона. Ну, давай, папа будет справа. Так, это да. Боже, Назар говорит, ленивый, короче. Распечатал мама. Дерево. Я помню, Вика рисовала это дерево. Я фотографии лепила. Мне впадло, честно. Это понятно. Ладно, давай, лентяйка. Так, все. Вот такое у нас дерево получилось. Сейчас вам зачитаю. Что ты забыл? Вот это прочитала вам. Ну, здрасте, мордасти. Сынок, быстрее, я уже буду спать ложиться. Нам с папой вставать рано утром. Так, читаем. Я, Цуканов Назарий Сергеевич. Ну, Сергеевич, я буду на русском читать. Так, смотрим, значит, Матуся, мама, это я, наточила Лариса Павловна, это моя девичья фамилия. Дальше от меня пошли бабуся, мама моя, ну, Назара бабуся, Муравьева Валентина Александровна, дедушка наточий Павел Афанасьевич, это мой папа. Дальше, Назара прабабушка, это по бабушкиной линии получается. Смык Мария Матвеевна, дедушка, ой, мой дедушка, Назара прадедушка. Муравьев Александр Ефимович. Дальше, мой отец, Назара дедушка, наточий Павло Афанасьевич. Так... Дальше прабабушка, моя бабушка, Баштан Галина. Но отчество ни мама, ни я не помним. Я просто с отчимом росла. Они, папа мой с мамой мало жили и как-то не помнят. И также мы не знаем про дедушку отчество, потому что мой отец с отчимом тоже рос. И он его сам не помнит. И поэтому у нас получается прадедушка наточий Афанасий. А отчество мы не знаем. Короче, у меня по отцу тут немножко мы... Немножко упустили. Дерево, да, упущено. Так, дальше. Папа Цуканов Сергей Викторович. Бабушка Богатская Лариса Александровна. Это Сережина мама. Дедушка, это Сережин отец. Цуканов Виктор Александрович. Дальше. По бабушкиной линии. Прабабушка. Романюк Ольга
Прокофьевна и прадедушка Богатский Александр. Кто это у тебя написан? Я не пойму отчество. Пилипович. А, Пилипович. Пилипович. Mm-hmm. Ну, на украинском. Так, прадедушка, получается, по дедушке. Прадедушка Назара. Кулиш. Ульяна. Ой, прабабушка. Кулиш. Ульяна Мусиевна. Боже, какие имена были раньше, да? Крутые. Ага, прадедушка Цуканов Алексей. Кто? Иванович. А, Иванович. Иванович. Точно, да. Да. Все, готово дерево. А дальше уже мы не полезем. Там у Сережи еще и поляки есть. У него вообще такие все фамилии голубых кровей. Это я тут затесалась. Угу. И получился. Что получился? Поляк, полуполяк. Красавчик, да. Крутой, да. Вот такое у нас семейное дерево. Все, на этом все. С вами прощаюсь. Почему? Завтра. Почему дерево черное? Ну, как будто мёртвое. Потому что оно темное как-то. А, и объяснение. Так принтер. Там черные линии, это людей уже нету. Типа. Угу. А, да, еще он... Назар отметил черными полосочками. Это вот там где линии уже все оборваны. Вот, это уже кого нет в живых. Да. Полное отрубили. Угу. Все, на этом все. Заканчиваю наш сегодняшний день. С вами прощаюсь, ребята. Завтра в 4 утра мы выезжаем из дома на рыбалку. Сережа хочет, ребята зовут. И меня тоже. С собой он уговорил, поэтому нам рано-рано-рано утром вставать, в 4 утра выезжать, он хочет до работы успеть, чтобы потом же на работу. Вот, так что завтра встретимся утречком, раненько, ну, у меня, в крайней мере. Все, всех люблю, всех целую. Спасибо, что вы у меня есть. Пока-пока.